Всем привет, дорогие друзья! Ну что, ребята, продолжаем играть в симулятор полицейского 3D на Android, и вышло совсем недавно новое обновление для этой игры. Теперь, получается, добавили задания, где вы также сможете повысить себе звание, также исправили различные баги и добавили новый бронежилет в этой игре, да. Короче, ну здесь у нас все очень классно, в настройках все сделано. Давайте посмотрим примочки. И здесь вот новый бронежилет. Да, бронежилет. Добавляет броню плавному, а точнее главному персонажу. Это вот я. Пока что меня зовут Джон, звание кадет, репутация хорошая пока что. Я выписал протокол в 3, взяток взял 2, на сигареты не хватало, и в операциях я 2 раза участвовал. Можно сменить форму, если вам интересно. Ребята, хочу сразу сказать, что я уже снимал обзор на эту игру, если что, просто знаете, давайте купим новую форму. Ага, нужно звание офицер или выше. Просто у меня 112 штук, и я не знаю, куда их деть. Ладно, нажимаем играть, и сегодня что мы будем делать? Сейчас посмотрим. И еще, что хотел сказать, я вроде купил себе новую машину, я об этом вам не говорил, я до этого еще играл. И когда я снимал обзор, просто многие, а точнее я вам задал вопрос, ребята, игра новая, симулятор полицейского, как вы думаете, стоит ли снимать продолжение об этой игре? И многие поддержали, многие написали крутые комментарии, типа, о, давай КВМ, знаешь, а чё, давай снимай эту игрушку, она очень крутая, она мне очень сильно нравится. В общем, смотрите, здесь у меня Toyota Camry стоит, это 40-ка, да, если я не ошибаюсь, да, Camry 40-ка, но здесь у нас, оказывается, есть еще гараж, гараж полицейских автомобилей, где вы также сможете купить себе другой автомобиль. Подходим сюда и выбираем автомобиль, вот. Можно купить, например, даже эту тачку. Давайте купим. Все, купили, нафиг, не жалеем денег. Что у нас есть? Давайте еще посмотрим, какие автомобили здесь имеются. Полицейские, так. Деньги, 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 деньги нужны. Ух ты, ё-моё, последний Хаммер, ё-моё. Видите, да? Конечно, чуть-чуть он загораживает. Во, последний BMW X5 у нас получается. Но все же давайте выберем нашу новую машину, которую мы купили с вами за 80 тысяч баксов. Вот она, ребята. И здесь у нас диспетчер. ДТП, ребята, произошло. Давайте поедем скорее туда. Включим сейчас с вами аварийку, а точнее мигалочки, и отправимся на ДТП. Так, и да, кстати, может быть, кто не в курсе, я, если честно, сижу типа в тюрьме, на колонии поселения, и я тоже попал на колонию поселения именно из-за тюрьмы. Ой, из-за ДТП. Но я не буду объяснять, что случилось. Многие, если кто знает, знают. И этот... Короче, не суть. Если у вас сразу возник вопрос, как ты в тюрьме записываешь, просто хочу сказать, что это колония поселения, у меня есть выход в город, у меня есть работа в городе, поэтому там дальше сами думайте. Ладно, не суть, все, забыли об этой... Виновный в ДТП предлагает разобраться на месте и предлагает взятку в размере 2000 баксов. На самом деле я выпишу протокол тебе и отправляемся, ребята, с вами дальше. Можете также, если будете ехать, давайте отключим мигалочки, будете, например, вот так вот ехать, ехать, ехать. Если, например, что-нибудь заподозрите неладное в машине, вот, например, Хаммер как-то себя... Опаня! Хаммер себя ведет, ребята, как-то неладненько. Быстрее за ним. Виу, 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 виу. За ним, за ним, за ним, за ним, за ним, за ним, за ним. Остановите свою машину, останавливаемся здесь, а. Так, выходим из машины, и сейчас ты у меня попадешь. Так, подходим к нему, и давайте обыщем. Проверим документы, документы легальные, обыщем. Блин, да у него все нормально, ребята. Давайте отпустим его. Так, девушка, девушка, что у вас есть? Ну-ка, проверяем документы. Опаня, задержите его. Иди сюда, выходи из машины. Где кнопочка? А, да ты чё, ребята, сопротивление оказывает? Ё-моё, видали? Быстрее, 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 быстрее. Да ты чё, вот ты дурочка, вот ты дурочка. Зачем? Зачем? Да, блин, пока я сяду и заведу свой драндулет нафиг, эта баба уже скроется. А, за ней, за ней, за ней, за ней, за ней. Вон она, ребята. Включаем мигалочки и вперед в погоню за ней. Вот так вот, на тебе. Дурочка, ты от кого хотела спрятаться? Так, преступник агрессию проявляет. Ай-яй-яй-яй, что? Где ты, дура? Вы офигеть, вот, ребята, представляете? Так, преступник обезврежен, протокол нарушения выписан. Ну, какой здесь протокол? Она уже умерла.
Ну, там можно деньги собрать, естественно, это же игра, деньги собираем, и так можно не только миллионером стать здесь, можно миллиардером стать в этой, ребята, игре. Просто случайно, чисто на задании ты сбиваешь человека, потому что ты так должен был сделать, потому что гнался за опасным преступницей, ты сбиваешь его, и все, короче, и деньги потом забрал у этой же преступницы. Да, 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 да. Ребята, ставим лайки, чтобы я снимал продолжение, также новые ролики об этой игре симулятор полицейского, где мы с вами будем обыскивать, либо же подставлять кого-то, либо что-то еще. Поэтому все пишем, ребята, в комментарии, лайки, подписчики. Но наш сегодняшний ролик был именно о том, что вышло новое обновление для этой игры. И все. Так, давайте здесь мы, наверное, спальнем один раз, спальнем, чтобы они начали двигаться, потому что все стоит на месте. Так, все, они начали двигаться, потому что к своей полицейской машине я даже подойти не могу, так как стояла та машина. И все. И теперь, ребята, думаю прощаться с вами. Ну, до следующего ролика, чисто об этой игре. Просто, если вас заинтересовало это, то ставим лайки. Так, я заехал, ребята, в автосервис. Так, починка, тюнинг есть, нифига себе. Можно, да, поменять? Так, спойлер, нифига себе. Давайте протюнингуем тачку, ребята, в сегодняшнем ролике. И будем с вами завершать ролик. Так, давайте сменим дисочки. Вот еще какие-нибудь крутые есть, Так, вот эти мне нравятся. Применяем, у меня есть просто денежки, заработанные чисто своим трудом. Да, все засмеялись, все сразу. Да. Блин. Так, подвесочка. Давайте занизим ее или подвесим, как ее там говорится. И все, ребята, вот наша новая полицейская машина. Давайте выйдем и посмотрим, как это все выглядит снаружи. Что у нас имеется? Новые дисочки. Новый спойлер. Да, и машина сама по себе теперь стала. Теперь вы знаете, как в МЭИ. На какой машине катается в этой игре. Все теперь понятно. Ну что, ребята, давайте, до скорых встреч. Я надеюсь, что вы наберете довольно-таки много количества лайков, чтобы заснять мне новый ролик об этой игре, продолжение. А что будет дальше, я не знаю. Поэтому, ребята, все зависит от вас. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.